Друзья, привет! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас очередной технический выпуск. Как я бы хотел, чтобы этот выпуск у нас был последний. Но, может быть, мы его разобьем на две части. И у нас и этим в двумя частями мы закроем нашу серию ремонтов. Итак, мы сегодня будем снимать мачту. Нет, не так. Сегодня мы будем снимать о том, как мы снимаем мачту. Или мы будем снимать, как мы меняем спрей-худ? Нет, не будем. Спрей-худ, смотрите, какой красивый. Нам он очень нравится. Мы решили с ним ходить дальше, тем более сквозь него же все прекрасно видно. Поэтому мы его оставим. Вот видите, у нас появились новые дырочки. Но на самом деле все это шутки. А если мы серьезно отнесемся к замене спрей-худа, то здесь срок его выполнения порядка месяца. Мы здесь столько не находимся, поэтому ничего здесь сделать мы не можем. Поэтому где-нибудь дальше мы его будем заменять, к сожалению. Самая главная и основная причина — то место, откуда из мачты выходит форстей. То есть это стей, на котором крутится фурлер скрутки переднего паруса. Он у нас с трещиной. Мы вызвали риггера для того, чтобы этот человек нам сделал теншн, натяжение тросов, и их нам отрегулировал. Но он, поднявшись наверх, заметил, что там такая штучка, из которой торчит сам трос. Вот на ней две трещины. Рисковать потерять мачту мы, естественно же, не будем. Поэтому мы решили раскошелиться и заменить вот эту вот фигню. То есть мы ее заказали, она приезжает, стоимость ее 120 евро. И при этом еще на 100 евро у нас доставка UPS, потому что нам дороже стоять будет, чем мы переплачиваем за доставку. Это причина номер один. А вторая причина, почему мы будем все-таки снимать мачту, а не пытаться как-то это присрать по месту. Давайте отъедем в сторону, и я вам покажу. Что? Остыл, зараза. Убью. Он сейчас чуть-чуть хотя бы отогреется, у него поднимутся обороты, и мы отъедем. Вот вы слышите, у него оборотики начинают расти. Оп! Давай, пушистенький. Отъезжать мы будем недалеко, на другую сторону вот этого вот пролива. Смотрим внимательно на спредеры, или на, как они у нас называются, краспицы. Вот эти две краспицы находятся абсолютно на... Вот эти две краспицы находятся на одном уровне. Вот вы видите, вот они идут ровно. А если мы смотрим выше, у нас, вот я вам даже линеечкой покажу, правая завалена вниз. И это видно так достаточно серьезно, поэтому для того, чтобы поменять вот этот вот угол, нужно будет все-таки мачту снимать. И вот это вот будет задача на ближайший день. В четверг мы будем снимать мачту, сегодня вторник. Нам будет нужно подготовить все, отключить, все разобрать, снять. И потом краном мы ее скидываем, все по месту исправляем. Я сделал целый список того, что нам нужно сделать. И после этого мы ее ставим обратно в тот же день, я надеюсь. Ну что, начинаем. Вот у нас наша любимая мачта. И у нее внутри очень большое количество всяких электронных штучек. Поэтому мы сейчас будем брать и вот все вот эти штуки раскручивать. Что не получится раскрутить, будем откручивать жестче. Так, это есть. Видите, оно свободно ходит. И вот так вот мы сейчас будем раскручивать абсолютно все, потому что нам нужно будет повытаскивать все провода, отключить и повытаскивать их наружу. Так, привычный ремонт одной рукой.
Заодно будет шанс потом просто это все посадить опять по новой через Sikaflex, чтобы ничего ниоткуда не натекало. Потому что есть у меня подозрение, что через это вот гомно, блин, оно, вот увидите, видимо, туда подсырало, потому что здесь Sikaflex'ом и не пахнет. Но, к сожалению, такие вещи иногда находишь в процессе эксплуатации. Так, далее снимаем теперь вот эти вот. Ага. Что, когда залипает, я делаю вот такую конструкцию, отвертка в отвертку. И главное хорошо прижать, и тогда оно крутится. Сейчас мы ее отсюда нахрен выкрутим. Все, это пошло. Блин, это вообще оказался не саморез. Я думал, там саморез, неужели они здесь резьбу нарезали? Вот это, бляха-муха. Крутые. Ладно, пофиг. Так, самое смешное в этой всей ситуации, что эти, блядь, гондольеры, когда мне вот эту фигню ставили, еще в самом начале в Испании, я себе попросил мне поставить такую штуку у местных, вот смотрите, они вкрутили это все в мачту без всяких там, без всего. Короче, сейчас я попробую показать. Вот увидите, оно все скородированное. То есть вот это вот придется, конечно, исправлять, блин, сволочи. Причем с этой стороны, с другой, по старборду, совершенно не лучшая история. Вот видите. Продолжаем снимать все разъемы. Снимаем крышечку. Блин, это крышечка еще. Одна из задач, которую еще я хотел сделать. Вот видите, вот я сейчас снимаю кабель. Это... у нас Ethernet, который идет к Wi-Fi бустеру. И я хочу сделать его, проложить потом в кабель канал, а может быть заменить на новый, в зависимости от того, в каком он состоянии. Так, это есть. Сейчас их повынимаю. Ну, это, короче, тут все тоже есть. Так, все, здесь вот сквозная дырка. Так, чтобы ничего не потерять, мы это все... вот так вот закрепим, и оно у нас останется на проводах лежать. А это резинка, которая изолирующая, находится внутри. То есть вся эта штука ее как бы зажимает. Вот, все, и там ничего никуда не течет. Так, а теперь идем к подпору мачты и открываем потолок. Так, вот мы это все открыли. И теперь начинаем... вот видите, вот это вот провода, которые вот идут отсюда, это вот они выходят из-под мачты. И сейчас наша задача их всех просто найти, где они находятся, и отключить. Просто их вынимаем все для начала, а потом будем заниматься отключением. Вот у нас тут много всего. Вот смотрите, сколько здесь отсюда всего высыпалось. Так, вот это все у нас уже висит. Что у нас здесь? Вот у нас есть, по-моему, сплиттер. Да, это же сплиттер у нас. Что это такое? RI-10. Нет, это не сплиттер. Это, по-моему, Wi-Fi. Сейчас я посмотрю, кстати, что это такое. Лезем сюда. Что нам это говорит? RI-10. Broadband Radar RI-10 Interface Box. То есть это вот подключение к радару и дальше передача информации в сеть. Вот отлично. Она так выглядит вживую. Я даже не знал, что у меня такая штука есть. Ну, на самом деле, пофиг, это не имеет значения. Так, что нужно будет сделать? Вот увидите здесь антенный кабель. И он в таком не очень хорошем состоянии. Ну, сам кабель-то нормально, а вот разъем, я думаю, что имеет смысл заменить на новый. Тем более, я хочу такой же поставить наверху. Ну что, раскручиваем. Что у нас здесь? Ух ты, смотрите, полусгнивший контакт. Ну, в любом случае, это нужно будет поменять, потому что это наше радио, АИС имеет смысл. Ну, а вот этот разъем, я вам больше скажу. Вот если посмотреть вот туда, это самый левый разъем, он маленький. То есть он просто сюда тупо не пролезет. Поэтому мы делаем сейчас вот так вот. Вот так делаем. Вот, вот прямо вот так вот. Хоба! И вот у нас теперь нету антенны. Так, далее. Вот эти вот у нас идут отсюда. Мы их вынимаем. То есть это просто Ethernet кабель, который у нас идет в Wi-Fi бустер. Я знаю точно, это я ставил, и он у нас там пролазит. Вот я вам показывал черную такую коробочку, он туда совершенно спокойно пролазит.
Ну, а вот этот красненький, это питание. Как-то мне оно не нравится. Как сделано, короче, я его сейчас переподключу. Опс. Так, это мы его потом как-нибудь красиво смонтируем вот сюда вот. Так, ладно, идем дальше. Нам нужно все эти провода повынимать наверх. Что у нас здесь еще нас тормозит? У нас есть дата-кабель. Вот он. И дата-кабель у нас пойдет. Надо его будет снять и туда его отправить. И раз уже вот мы сюда полезли, смотрите, что я обнаружил. Так, вот он. Вот вы видите? Здесь изоляция треснувшая. И она тут треснувшая. Вот и вот. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. То есть вот это вот, я думаю, что относительно в ближайшее время бы поддохло. Поэтому мы это сейчас перемаркируем и переподключим. Но, вернее как, мы это все снимем, а подключать мы уже это будем позже. Смотрите, как я сделал. Я подписал, вот здесь вот у нас есть кабель, чтобы не разбираться, что это такое, я их сделал вот так вот. 1, 2, вот тот, на котором 1, я подписал. Brown 7, Blue 8, Ground 6. Вот здесь вот они вот идут с номерочками. И сейчас я подпишу вот так вот их на колодке, и у нас будут полностью промаркированы два питания, и потом я их смогу отключить. Все, это у нас подписано. Так, какая у нас подписана? Вот, вот это подписано. Все, то делаем вот так вот. Есть, отключили. Теперь подписываем вторую и ее точно так же отключаем. Есть, все. Разъем мы освободили. Теперь у нас есть вот такой вот. Но мы его, естественно же, не выбрасываем. Мы будем его потом подключать. Но зато у нас два провода уже отключены. Проверяем. У нас их раз, два, три, 4, 5, 6. Итак, вот у нас все краешки. 1, 2, 3, 4, 5. И осталось у нас еще вот эта самая толстая. Это радар. И радар, он идет вот сюда. И здесь ее нужно сейчас будет отключить, открутить и разобрать сам вот этот разъем. Так, все, снимаем. Что здесь у нас? Ух ты, ничего себе. Тут вот такая штука, класс. Я не думал, что есть такие герметичные разъемы. Офигеть. Смотрите, а внутри просто клемник. Просто клемник. И все. Ух ты. Это отключаем. И здесь Ethernet. Дата кабель. Мы его просто тоже вынимаем. Ну, судя по всему, у нас вот этот клемничек не получится протащить туда, поэтому мы его сейчас отключим. И вот здесь вот зато подписаны все цвета. То есть он красненький, желтенький, вообще для дебилов, чтобы не перепутали. Этот разъем я снял, а теперь пойдем по принципу: чем лучше законсервируешь, тем проще расконсервируешь. Поэтому я их возьму и все по отдельности замотаю изолентой. Все, это есть. И... ну и вот эту штуку тоже. Что? Вот это все. В общем, это уже сделано. С проводами порешали, а теперь начинаем отключать весь такелаж. Вернее как, все веревки, чтобы было проще и понятнее. Все, с этим разобрались. Вот эта бухта, полностью все подключение мачты. Электрической проводки больше в мачте никакой нету. А теперь продолжаем. Отключаем все веревки и начнем мы, скорее всего, с лэзи бэга. То есть сейчас мы снимем лэзи джеки. Все, они вот повисли. И теперь мы их просто спустим вниз и я их заверну. Что я сделал? Вот такую вот сделал колбасу. Затянул просто пару с лэзи бэгом. Это нужно для того, чтобы он просто красиво лег и все. Ну что, идем дальше. Надо, чтобы красиво снять бум, нужно его просто для начала отвести в сторону. Потому что я его не хочу класть на арку, я его хочу положить вдоль борта. Сейчас я покажу, как это в одни руки делать, вообще ничего сложного. Короче, я его просто сюда оттянул в сторону. И он будет ложиться вот сюда, вот вертикально. Так, сейчас снимаем все, что относится к буму. То есть это все рифы. То
То есть я вот рифы собрал и все взбухтовал. Вот, и они идут в lazy back. То есть все три рифа, и они должны быть отключены от мачты. Вот здесь на мачте есть кольцо. Вот все рифы выводятся из них. И делается так, чтобы все, что связано с бумом, не имело к мачте никакого отношения. То есть, грубо говоря, все ролики, все это снимается и оставляется на буме, но на мачте это быть не должно. Чтобы блоки не повредить в момент снятия мачты, мы их все отсюда демонтируем. То есть здесь такое вот, вы видите, колечко на пине. Колечко снимается, и блочок, соответственно, снимается отсюда. Все, что касается мачты, висит на мачте. Все, что касается бума, висит на буме. Они между собой сейчас связаны только тем, что мейнсейл хальяр, на котором будет держаться вот эта часть бума, он его тянет кверху, а топ-н-лифт тянет заднюю часть. Все, что нужно мне сейчас сделать, я начинаю постепенно... А все натянуто? А? И то натянуто? И то натянуто. Ну ты там понежнее. Да, сейчас я хочу снять венг, это вот эта вот труба телескопическая, на которой, в которую упирается, собственно... Все, все, смотри, уже сошло. Хоба. Поднять. Надо этот поднять, да, просто. А? Зад. Зад? Да, на топ-лифте я его сейчас подниму. Все. Ой, против солнца. Аккуратненько кладем сюда. Это готово. И сейчас осталось вывести из ликпаза парус, и можно будет снять бум и свалить его просто сбоку на палубу. Так, все, сейчас осталось, вот мы снимаем парус. Вернее, не то чтобы мы его снимаем, но мы его вынимаем из паза. Так, главное, чтобы вот все ползунки из него вышли. Ни на чем там больше не держались. Вот он. А, второй такой снизу. А, ну вот да. Его просто вниз пью. И все. Вот эта вот штука, вот она держится на. Вот она держится на пине. Сейчас я его тоже отсюда вытащу. А! Брутальность! Отломал, блядь. Но это все равно это расходный материал. Мы его больше туда одевать не будем. Теперь откручиваем все руками, чтобы не сломать дорогостоящий инструмент. Так, все, здесь есть. Что нам нужно сделать, это взять молоток. Смотри, чтобы оно не свалилось. Может, его надо будет и выкрутить. Мы решили другую выбивать, да, Сережа? Да. Та большая, слишком тяжелая. Она не хочет выниматься. Хоба, так, все. Ролик выпал. А ролики эти надо будет поменять. Они... Хотя нет, они нормальные. Нормальные абсолютно. Вообще шикариус. Ты потом ставишь сюда? Да, нормальные? Да, да, обязательно. Заодно и проверили вот эти ролики, потому что они обычно... Она сейчас не упадет? Так, здесь их 4. Как я ладно, теперь? Потом все отдельно. Это не важно. Давай я тебе помогу. Thank you.
Мы пока специально оставили мейнсейл холер, потому что, может быть, надо будет подняться на мачту, что-то сделать. Так, раз. Вероятно. Веревки есть. Теперь электрика. Там никаких оголенных концов. Нет, нет, я все заизолировал. Вот. Это оно заизолировано? Да. Я думаю, ты уже хорошо примотал. Все. Вот мачта у нас готова. Чтобы мы здесь еще ничего не оторвали, я еще примотаю места, где у нас идут продавцы, снизу к мачте тоже. Так, вот я хочу сейчас повыкручивать все вот эти болты для того, чтобы сюда потом в следующий раз болты из нержавейки, а эта штука алюминиевая, ну, из сплава. И я сюда набью смазки, которая противодействует коррозии. А пока я их поснимаю для того, чтобы нам их просто не отломали, когда будут мачту ставить. Потому что это, ну, потом его выкручивать, чинить все равно. Будет двойная работа, а так хотя бы это можно будет сделать за один раз. Ого! Где мой резиновый молоток? Ой. Я думаю, эти болты придется поменять все равно. Ну, конечно. Это не проблема. Уставшие. Херовые болты. Дырки уставшие тоже. Так, ну и другую сторону. По образу и подобию. А переднюю вот эту ты не будешь снимать? Нет. Там у тебя еще ролик один все равно. Или ты все кроме ролика снимешь? Нет, я его откручу просто. Так человеку, может, надо будет подняться. А я его перецеплю на переднюю вот эту штуку. Все, мы сняли. Теперь, скорее всего, шансов сломать что-либо будет значительно меньше. И мачта у нас готова просто к демонтажу. Все. Следующий этап – ремонт мачты. Друзья, проверьте, поставили ли вы лайк. Пишите коммент, если у вас есть вопросы или если у вас нет вопросов, все равно пишите комменты. И о том, что мы будем делать с мачтой, как я вам сказал, уже будет следующая серия на следующей неделе. До скорой встречи, пока!